Помните, такое слово было? Ну вот, это называется инфляция, стагнация и все остальное. В общем, тема в чем заключается? Насколько выросли цены? Вот, все говорят, что у нас 6%. А 6%-то и есть, только не в рублях, а в долларах, потому что курс доллара ништяковский, да, сейчас стал? Хлоп-хлоп-хлоп, уже почти 35. Я помню время, как-то доллар стоил 65 копеек. Вот, но обратно ничего не случается. То есть у нас все выше и выше и выше. Вперед с нужными темпами. Вот. Как насчет деньги заработать? Я еще не понимаю. То есть если вы пойдете в банки, то банки вас швыряют. А вот единственный правильный кооператив – это кредитный потребительский кооператив Grand Capital Credit, который вам абсолютно точно показывает, что если вы принесете денежки до миллиона, то вам 23%, свыше миллиона – 26%. Почему бы и нет? Особенно это возможно для тех, кто хочет купить квартирку. Потому что, понимаете, да, у нас девальвация такая своеобразная, да? Я вообще не понимаю, для чего это делается. Вот. Как вы деньги заработали, понятия не имею. А вот здесь, пожалуйста, то есть денежки принесли, через 3 года себе новую квартирку и поимели. Это не просто новую квартирку, а трехкомнатную квартирку. Потому что принесли деньги за однокомнатную квартирку, а в итоге получили трехкомнатную. Нормальное дело. Вот. Естественно, почему кредитный кооператив Grand Capital Credit? Потому что просто сюда приезжаете на улицу Труда 21. Вот здесь все понятно, где, чего и сколько. Оформляете, подписываете, получаете супер-мега подарки и потом уже пользуетесь в оконцовке своими настоящими деньгами. Среди народов Кавказа и Средней Азии сказка была такая про осла. Там осел никуда не торопится, там осел ценится. Но среди страны необъятной по масштабам за ослов принимают все население. Я бы мог, конечно, бы и в деталях пройтись по каждому, но суть-то моя. Не называя каждого, дать всем возможность понять, кто нас швыряет то. Но сначала о том, как правильно организовывать кредитный потребительский кооператив. Тема, естественно, не новая и смысл очевиден. Вы берете займы под 60% годовых. Это норма наших банков. Или организуете кредитный потребительский кооператив, где вы берете деньги у населения по процентам банкам немыслимым 23-26% в год. С одной стороны, вы даете возможность горожанам заработать, с другой, берете деньги с выгодой 40%. И в том, и в другом случае выгода очевидна. Кроме всего, вы выдаете деньги под те же банковские проценты. Вот только честно, без уловок и ухищрений, страхования, переплат. Тоже выгодно. То есть, в принципе, все понятно. Теперь про банки и про рубль. Да, рубль девальвируется. И то, что я вам вначале-то говорил, и это было в начале февраля. Вы ценники теперь на доллар помножьте, выкиньте банковскую чушь, и что получится? Вы деньги свои теряете. Банки – это вообще очень странная вещь по российским понятиям. Банки забирают ваши деньги и впуливают их тому, кому они нужны. И не под кислые проценты. Ну, помните, да? Начало сюжета. Есть ведь такой банк с репутацией типа более 170 годков. Хотя я не понимаю, откуда столько тонн. И это все было ранее закошено октябрьской чумой. А то, что в итоге начинается с 1991 года. Банк, кстати, этот швырнул россиян не один раз, а поболее. Банк типа спонсор Олимпиады сократил всем ставки до 5%. Банк этот решил отвадить магнитогорцев от ипотеки, как только понял, что грядут сокращения. Банк этот не понимает, что человек, взявший 1 300 000 и отдавший 1 700 000, вдруг и внезапно получивший 4-ю степень рака и 2-ю инвалидность, не может платить. И вы в такие банки-то верите? Да все они банки такие. А кредитные кооперативы нет. Они и себе зарабатывают, и вам приносят пользу, не ориентируясь на курсы Центробанка. Я бы с такими-то и поработал. Да вот только работаю я с одним. А у остальных силенок, что ли, не хватает? Хотя ценники недорогие. И что же это за кредитный кооператив такой? Это кредитный потребительский кооператив Grand Capital Credit, расположенный по улице Труда 21. Вот вам способ заработать деньги.
кредитные потребительские кооперативы. Я не говорю про другие потребительские кооперативы, я им ценник не сказал, пускай сами дальше думают, сколько это стоит. Но вы понимаете, да, что работая со мной, у вас все в порядке получается. Потому как я слова свои просто так не бросаю. То есть нормальный кредитный потребительский кооператив, Grand Capital Credit, который располагается здесь на улице Труда 21, который вам гарантирует выплату от 23 до 26%. И пускай так оно и будет, потому что люди-то работают для вас. Если другие приобщаться к этому, почему нет, я и про них расскажу. Тем более, что возможность такая есть. У меня, у Челейкина Алексея, который располагается не только на телеканале «Звезда», а еще